Ну что, приехали. Красавица моя. Давай, мы тут лук купили с луной. Сидит на нем. Пойдем сажать на огород. Что смотришь? Какая умная, разумная. Куда там? Даже приходится возить с собой. Не оставить. Всех один кобеляка там разогнал. Как он пробрался, я не знаю. Я выгнала его. Потом... Смотрю, опять забрался. В общем, надо там загораживать. Ну, в общем, очень сложно избавиться от этих собак чужих. Луна, что смотришь? Выходим. Снимай, снимай. Боже, какая красивая плиточка. Скажу, что... А жалко на ней вот готовить. Истинно вари на ней. Да. Такой хочу цвет красивый. Ой, какая красота. У меня герпес, поэтому целовать не буду, только все. Ну, так вот, обнимемся, а то простыла же герпес. Вот уж греешься, а то теперь приходится вот так ее за собой везде таскаю. Очень трудно, конечно, с этими собаками. Так, я сегодня, значит... Вышла, смотрю, он там агрессивный такой. Маленькие там они были нормальные, а тут один врывается агрессивный. Я пошла, смотрю, думаю, где ж он забрался. Ну, вроде позакладывала, что можно. Опять во дворе. Да он, видно, перескакует. Да нет. Здоровый собак. Не, ну он такой, как лунка, просто что, ну, для меня он здоровый, бо те маленькие были. Наташа, зашли сюда два собаки. Угу. Пидрились вот там, ага, на фирке. Чорні, обидва чорні, один такий, як Лінда. Недавно? Недавно. До Лінди. Чи ні? Ні, просто розумієш, що то бродячі собаки. А другий трохи більшенький від його. І зайшли і стоять біля фірки, отам, щоб вийти. Я вийшла, накричала, а тоді, поки я взулася, вони один попід фірткою таке пішов. А другий каже, Павлушко, перескочив там, де отой малий. Да, даже отой забор перескочив. Перескочив? О, да. О. Ну, мені там ніяк перескакувати, там вони високі забори. Он где-то подривает ями. Я їх тільки заложу опять во двор. Только... Ото таке й буде, поки вона гуля. Угу. Луна, фу. А як вони чувствують? Я не пойму, що вони, запах, или як вони чувствують? Із центру ходять сюди до павлових собак. Да, як вони чувствують? Це у них інстинкт такий. Ну, видно, що таке чувствують. Я просто не сталкивалась, не держала собак. Линдочка вот эта была, она вот этого ж малыша привела, и что Сережа отдал, и все. Она не была... Не ходят. И она не гулящая была, такого не бачила, чтобы оно вот это такое. Первый раз столкнулась. В Испании никто к ней не ходил. Так Тусик был, он не был кастрированный. Ну, пусть там кастрируют все, да, стерилизованные, кастрированные собаки. Но Тузик точно знаю, бо мы же с Галей работали, мы с ней дружили. И у них Тузика, они просто взяли своего дворового пса и с ним же приехали, с Тузиком. Не кастрированный, не трогал лунку. Вместе гуляли, вместе дружили. Никак на нее не реагировал. А эти как сумасшедшие. И самое главное, что никто их во дворе не держит. Они все бегают. Как беспризорники. Хотя я понимаю, что там нету таких. Там, ну, по-любому они где-то живут, эти собаки. Может, они бродяги? Бродяги? Да, вот тоже. Сами по собі, понимаешь? Я не знаю. Так... Не, ну, ну, не годится. Вот у Шурика собака есть. Ну, він випускає. Він сердиться чиїсь, ага, туди, ага, до нього. А своїх випускають, ходять. А його теж. І оце Ліда кожен день ганяє одного. Вона, угу, не випускає, щоб вони гуляли. На ніч не випускають. Вони підриваються сюди до мене у двір, а тоді по підвіркою і пішли. Ой, а це закриті. Вона після обіду. Я думала, що так, планшет. Після обіду десь часів ото у 5 випусти, походили, побігали і закрила. Каже, я не хочу тут ціняти. Ой, це капець. Я просто не знаю. Перший раз ось це з собаками столкнулась. Хай Бог милує ось це.
Таке, я даже не знала. Я если бы знала, то меня тогда, вот когда Аннушка забирала в Польше Лунку, она спрашивала, давай простерилизуем. А я-то знала, что оно будет. Если бы я знала, я бы согласилась. Тахай бы стерилизовали бы же эту собаку, вот Лунтика. Ну да. А теперь я вообще просто ото, жалею. Ото, якщо собаки зайшли до неї, бери палку, без палки не йди. А я взяла швабра, тяпка стоит. И я сегодня забыла телефон. Настеньку ж, как я с нею прорывалась до машины, так это просто надо было видеть. Я взяла тяпку, отгоняю. Настенька бежит в машину. Я быстренько с тяпкой же охраняю Настю. Затем она остается в коридоре, я с тяпкою. Ну, а он же следкует, и он такой, собака агрессивный. Я с тяпкой, берешь ее с коридора, и мы идем до машины, а я тяпкой его вот так, чтобы он же не подходил. Быстренько закрываю уже с Настей вместе в машину, мне же надо еще дом закрыть. Беру тяпку и опять его вот так, чтобы закрыть быстро дом. Это просто. А потом же села в машину ехать, телефон забыли. Пришлось вернуться опять с тяпкой, захожу во двор, выгнала его со двора. Ну, он же там будет опять околачиваться, пока я... Ну, то бережись, не ходи без палки. Те два таких были, еще три, по-моему. Такие милые, вообще не кидались, ну, добрые. А это какая-то псина, злющий такой, зашел. Агрессивный, страшный. И главное, я его оттуда выгоняю, а он опять заходит. Я выхожу из свиртки, он со мной выходит. Я захожу... Туда-сюда в дом, все же закрыто. Он уже во дворе. То, та ще, якщо вона гавкне, та то не одженеться, то, то вони тоді страшні. Кошмар є. Ну добре, будемо пить каву тоді. Давай. Зараз я ручки помою быстро. Я нікому із вас не показувала стіну, яку я делаю. Я її поштукатурила. Затем... Наношу вот такой декоративный рисунок. И вот покрасила, чтобы и самой посмотреть. Смотрите, как оно сливается. Но я так тут еще не красила. В общем, сбоку видно, какая-то будет стеночка. Сейчас я готовлю печенку. Сейчас мы поедим. И я буду делать такой рисунок везде, по всей стенке. Вот уже сейчас я вам могу показать. Потому что если бы я делала изначально и вам показывала, то многие бы говорили, это все не так. Тому подобное. Просто не хотела лишних комментариев таких, которые наверху еще не высохло. Поэтому вот такие вот типа пятна. Но потом высохнет, будет все хорошо. Напишите мне, пожалуйста, как. У нас часы перевели, и такое ощущение, что я просто теряю несколько часов. Седьмой час, а у меня еще дел очень много, которые я не сделала. Вот, а мы приготовили печенку, вермишельку миленькую. Кстати, очень хорошо проквасилась капуста, очень вкусная. Да, получилось классно. Может, томатного сока настоим? Не хочешь? Хочу. Хочешь, давай я налью. Вот этот томатный сок нам дала соседка. Очень вкусно. Я уже где-то 3 чашечки выпила. Сейчас вывешу белье. Загородилась я от этого волкодава. Страшный пес. Страшный. Нашла, куда он прыгает. Представляете? Через забор. Но этот, не по... короче, не под силу этот ему. Он нашел лазейку там. Загородила. Было у меня тут кое-что. А он прыгал. Сейчас покажу, куда. Вот тут у меня была такая щель. И он, представляете, запрыгивал. А теперь он не может прорваться. Бегает кругами. То тут, то там. А я за ним гонялась сегодня. Гнала его до конца улицы. И у меня вот, смотрите, катастрофа. Пока я за ним гонялась, прицепилась. И у меня вот с моим перцем что случилось. Вот это чудо вьется вокруг меня. Тоже. Сейчас сначала надо повесить белье. Так. Это начало заплетать. Да все сегодня вообще сутки прям скоротились у меня. Вы понимаете? Перевели часы и все. И то чудо царапается. Лунка тоже. Не знаю, сколько она еще будет. Неделю, может быть, гулять.
Вот это все. Не нравится. Смотрите, уже прибежал. А ему никак не перепрыгнуть. Никак не прорваться. Вот зараза, а. Какой же он противный пес. У нас вечер. Что ты хочешь? Ну что ты хочешь? Ты хочешь сказать мне что-то, да? Что ты хочешь мне сказать? Ну что ты хочешь мне сказать? Давай я буду со зрителями разговаривать. А ты иди до Поленьки. Где Поля? Где Поля? Поля, Поля ждет тебя. Давай, до Поля, до Поля, до Поля. Иди до Поленьки, иди. Так. Ну, в общем, вы действительно правы про стерилизацию. Без этого, наверное, нам не обойтись, потому что мы каждые полгода будем потом так мучиться. Да. Ничего, мы тебя простерилизуем. Простерилизуем. Я вам так скажу. Животными я с собаками дела не имела раньше. Это первая собака, с которой я вот так столкнулась. Я вам говорила, вот у нас Линдочка была, там маленькая собачка, да? Сейчас у бабуси, которая малышек, который тоже, он, в принципе, ну, полгода ему было, когда мы уехали. Полгода ему было. Вот, как такового мы не сталкивались с собаками, и это для меня впервой. Я люблю, и до сих пор люблю котов. Я кошатница, была с детства кошатницей. Собак я даже не держала бы, сразу говорю. Я просто ее принимаю, Лунку, потому что Поля любит собак. Мне пришлось ее принять, и любовь как такового, да, вот там, люблю, там, просто люблю, и мне жалко, потому что, ну, уже привычка за 3 года. Просто как привычка такая, поэтому любовь, конечно же, вот, жалко там все. Но я, если вот в плане брать собаку или кошку выбрала бы, да, я развела бы лучше котов. Вот я люблю котов. Я бы лучше с котами там жила, спала, вот для меня коты важнее, чем собаки. Поэтому в собаках я особого такого знания не имею. Фух. Надо сейчас умыться, привести себя в порядок. В общем, сделать что-то со своим маникюром. Хотела ты надо делать. Вчера прибивала эти столбики, по ногтю себе ударила. И тут поцарапала. В общем, вся... В стирку, Павлюш, ложи. Ложи. Вот, поэтому, да, стерилизация, конечно, собаки очень важна. Теперь я понимаю. Поговорила вот с мамой, которая вот рассказала историю, что собаки способны на все, оказывается. Вот. Поэтому, так как я с собаками не... Уленька, кстати, перед тем, как заводить Лунку, она много информации про собак читала. Я помню, она все засиживала. И то, ты не читала про то, что они могут загулять, там, собаки за ними. Это, мне кажется, и так должно быть понятно. Не, ну это понятно, но не до такой степени, что собаки просто окружают наш дом. Я вообще не знала, ну, что... Ну, я понимаю, у нас просто Лунка прекрасная собака. А, нет. Я, к сожалению, не знаю, я не помню. Не знаю, так тут все держат собак, я не знаю, у нас такого нету. У всех во дворе собачка. Вот у соседей собачка, она ведет себя нормально, она сидит и не дергается. У других соседей собачка, но они ведут себя адекватно. А эти, я не знаю, они беспризорные, действительно, что они вот просто сумасшедшие, эти собачки. Не знаю, я просто не сталкивалась. Вот. И чтобы собаки где-то окружали чьи-то дома, я вообще не видела. Вот я хожу, раньше я ходила в школу, когда детки были маленькие, провожала, встречала тоже. Там ходила там еще одна женщина, она все переживала, чтобы собаки не напали на сына. Вот. Ну, в плане такого, знаете, вдруг агрессии. Я ходила всегда, и я понимала, что просто могут напасть. Ну, что вот... Если собачка загуляла, они могут просто напасть, да, они... Вот, допустим, собака вот эта, которая агрессивная появилась у нас со вчерашнего дня, она разогнала всех тех маленьких собачек,
Да, которые были такие вот хорошие, добрые, они вообще не трогали никого. Не приставали, сидели, качали и всё. Да, они вообще просто сидели и все, такие вот добрые собачки, хорошенькие такие. Не трогали, они вообще даже не скулели, они вот сядут после качели просто и сидят. Сидели вот такие вот, ну, видно, что добрые собачки. И котик у нас сидит добрый просто. Ну, котик-то да. А появился какой-то очень злой пес. Хотя к нам прибегал большой черный такой пес, и он так спокойный был. Я на огороде была, Поля вышла до подружки. Вот, Лунка оставалась, она еще могла бегать по двору, я ее пускала. Ну, вот так вот, да-да, нет-нет, вот так вот. Но вот этот появился, это как волк, он похож, серый такой на волка, похож, глаза вот такие лупатые. Вот вы же видели, прям волкодав какой-то мелкий такой, да? Этот вообще агрессивный, вообще я удивилась этому всему. Поэтому, конечно, про стерилизацию, да, это точно, это даже очень важно. Ну пусть же это все должно пройти, ж так. В общем, не хочется сейчас про собак, правда. Это не это. Меня так это немножко разочаровывает в плане собак. Вот. Животное, оно должно радовать, а не приносить какие-то такие неприятности. Радовать. Чтобы ты приходил, и оно тебе радовалось, и ты ему радовался. И тогда приятно и хорошо. А когда вот какая-то проблема, и вот животное туда, и ты бегаешь, и не знаешь, что тебе делать. Радости от этого, конечно, нет. Ну ладно, все это хорошо. В общем, в теплице помидоры ожили, такие зелененькие стали. Это ж все, я вышла, хотела снять. А этот пес там бегал и тоже не давал мне, я с тяпкой все ходила. Не давал мне снять. Вот. И я потом поняла, что вот правильно ездят службы по отлову животных. Вы понимаете, что очень много развелось вот таких бездомных собак, которые просто, они и голодные, и холодные, и просто им некуда деться. И я вот про эти службы подумала. Господи, где эти службы, которые отлавливают бездомных животных, непривязанных? Это очень важно. Да, жалко, да, но жальче людей. Жальче людей, если вот так вот будут агрессивно себя вести собаки, понимаете? Ну, поэтому вот где я потом поняла, что жалко, жалко. И, ну, вот говорят там, что животное лучше, чем человек. Но с человеком можно договориться, с животным нет. Вот у них инстинкт и все. Вот. А человек, он все-таки все равно вот может идти на контакт, с ним можно говорить. С животным же не поговоришь. Вот такая вот история, в общем, у меня сегодня. Буду заканчивать это видео. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Ставьте лайки, пишите комментарии. Благодарю каждого из вас за комментарии, которые вы мне пишете в поддержку, за советы. В субботу мне выслали подарочек. Вот, я очень жду. Дианочка и Рудольф с Германии, они выслали подарок. Мне так очень приятно, конечно. В общем, получим, наверное, через дней 7. Я так где-то думаю. Вот. Они не против, чтобы я показала, что они выслали, поэтому я покажу. Вот. Благодарю. Огромное-огромное спасибо. Вот. Мне очень приятно. Очень приятно. Все, мои хорошие. Всем хорошего вечера. Дай Бог, чтобы было мирное небо над головой. Вот. И до завтра. Завтра, я надеюсь, я не буду так как бы гоняться за собаками, как сегодня я погналась за этим псом, который похож на волка, агрессивный, да. А почему погналась, мне Серёжа сказал. Говорит, Наташа, ты его так вот, в общем, ты должна его как-то вот гнать, да. И я просто взяла тяпку и просто начала за ним гнаться. И, ну, он сначала боялся, а потом он уже привык. Вот они же чувствуют, что, ну, гоняюсь я, ну и ладно. Вот, так что завтра я не знаю, как бы.
Ой, плюс у меня еще ручка на дверях оторвалась. Я Сереже сейчас звонила и говорю: Сереж, мне надо помочь ее сделать. Ну, то есть я его сниму, как это случилось, а он мне скажет, что мне сделать, чтобы отремонтировать ручку. Так что завтра у меня вот такая вот работа будет — отремонтировать ручку на дверях. Ой, однажды я так кран ставила. Да, вот в этот раз я покупала кран, и я просила у подруги мужа. А еще давно-давно-давно, когда я меняла кран, тоже вот так купила кран, и Сережа мне по видео говорил: возьми тот инструмент, открути то-то, 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 там, та-та-та. И я сама ставила кран. Вот представляете, было у меня такое. Надеюсь, что завтра я буду ремонтировать эту ручку, и она у меня получится. Но тоже, опять же, вот Сережа мне будет подсказывать, я ему покажу, как это все у меня получилось, и будем вот так делать. Все, мои хорошие, пока-пока-пока.